Запись стартанул. Картинку включил. Чат вижу. Картинку точно включил. Точно включил. Матч стартинг. Кавабунга! Это финны. JBL, Cyrex, So, GCN, Сиен, я буду его называть Сиен. Я буду называть его маленький властелин. Так, кто следующий? Следующий команда, как она называется? GG, по-моему. Сейчас я точно вам скажу название команды, как только закончатся ножи. Ножи, кстати, классно сделаны. Не знаю. Тренд, что-то знакомое. Где-то мы его видели уже когда-то. Когда-то мы его где-то видели. Так. Так, смотрим. GG, да. GG играют с Кавабунга. ГГББ. По-моему, так. А, нет, вот GG. Кокин, Нико, Зонт, Тренд и вот кто-то еще. К сожалению, здесь написано у меня... Написано ТБА. А Кавабунга, Со, Кипсик, Фабио, Ноткот и Best of Bob. Если вам было это интересно, то классно. Есть ли русские? Да, русские, собственно, не финны. Есть финны, а есть русские. Играем как просто русская финская война. Только вот почему-то это не... Заснеженная Карелия. А какой-то арабский город. Откуда здесь финны и русские? Ладно, все, 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 все. Никакого флуда. Смотрим первый раунд. Пистолетка Кавабунга, финны. В атаке GG, русские в защите. ДЛ вышли. Зон тут стреляется. Ну, скажем честно, никто никуда ни в кого не попал. Одной пулькой там попали вот в СО, пила. А вот сейчас попали по башке-то, как классно, СО. Правда, СО-то как попал по башке, классно. Ну ладно, не суть. Кукин сам себя замочил. И 2 в 2. Ситуация на 2 краснющих. Террориста одного забирают, и второго тоже должны забрать. Где он? Кавабунга, СО, 10 хп. Пистолет у него крутой. Вот реально крутой. Мой любимый пистолет в этой игре. Попадает вот просто шикарно попадает по головам. Я не знаю, как можно было сделать такую имба-пушку и почему с ней никто не бегает. Это пистолет, который стреляет так. Тук-тук-тук-тук-тук-тук-тук-тук-тук. Вот так вот просто. И все по головам. Разброса у него нет никакого просто. Ваншотит с одной пули, если вы без брони, с двух пуль, если вы с броней. Но если сейчас парень потащит... если сейчас парень потащит с 10 хэпами 1 в 2, то это будет ололо просто. Оп, макушку заметил. Заметил макушку, фин. Как же хорошо-то. Ну, все-таки дул Беретта тоже классные пистолеты. И Трент его забирает и берет первый раунд для своей команды. И GG вырывается вперед. Как называется пистолет? Да откуда ж я знаю? К сожалению, я не могу нажать Б и посмотреть название пистолета. Будем называть его классный пистолет. Классный пистолет номер один. Ох, просто изрешетил, бедняк. Сейчас Аджбл JBL. А классный пистолет из АТ и за КТ, который, по-моему, только за Т. Я могу ошибаться, но, по-моему, он только у террористов есть. Хотите прикол? Я сижу с 3G модема.
Так, пользователи уважаемые, хочешь прикол? Когда я был в Минске и комментировал на торговый центр столица в Минске Techlabs Buy, то весь интернет на Техлабсе в Минском был сделан за счет одного 3G-модема. То есть, мало того, что мы там скачивали какую-то информацию, что-то делали, но еще и пускали стрим на весь, так сказать, мир с 3G-модема. Потому что другого интернета просто нету. В этом торговом центре. Вот так. Ну там, конечно, в Беларуси какие-то больные 3G-модемы, которые тянут 15 мегабит в секунду. Я не знаю, как они это делают, но я был свидетелем, правда. Два один. Два один. Финны взяли первый бай свой. Первый свой бай. Финки, конечно, опасны. Шведов сгреть в первом же раунде 16-13. Интересно. Кстати, кто не знает, CSGO появился на ESL еженедельных кубках. Называется Go for CSGO. 100 евриков можно выиграть каждую неделю. По воскресеньям будет проходить этот турнир. Я думаю, что мы в скором времени начнем его комментировать каждую неделю, если получится все. Там будет такая система, что, ну, как в Старкрафте, если вы следите за вторым Старкрафтом, система такова. Каждую неделю проводится турнир. За турнир получаешь... Основной Steam можно? Конечно, нет. Так вот, участвуйте в турнире, победитель получает 100 евро, но помимо победителя, да, команды, много команд, по-моему, там, топ-10, получают какое-то количество очков. И вот по итогам месяца топ-8 будут встречаться в главном турнире, который будет проходить раз в месяц, и главный приз там будет 500 евро. Да, вот так. Прикольно, на самом деле, для ежемесячного турнира, точнее, для еженедельного турнира, призовой фонд получается за месяц 1000 евро, очень даже. Тем временем, тут ситуация 2 в 4. Справляются финны как-то все-таки с обороной. Да, блин, классно стреляют. Вот наводочка просто отлично. Потому что, ну, в CSGO очень тяжело вот так вот сразу прицелиться в голову. Ну, не знаю, мне, по крайней мере. Сложнее, чем в CS 1.6, потому что тут есть, знаете, как в Battlefield немножко такой инерция. Когда вы прицеливаетесь, у вас пушка немножко по инерции дальше проводится. Ну, в общем, поиграйте, увидите, поймете, как говорится. Ой-ой-ой-ой-ой. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Да, финн-то не лыком шиты. Здесь, конечно, эко-раунд, но... Ну и что? Какая разница? Кукин тут пристрелил одного из игроков Кавабунга, но и что? Все, раунд. Раунд за финнами. Где-то последний. Ника. Зага. Забирает типсика. Интересно. Зонд забрал ВП, дал минус один. Остался один в два. 31 хп. Даже не пытается сейвиться. Смотрите, интересно. Ух, как красиво фоткает Царикса. Бомба только-только поставлена. И он мог еще бы тащить. Посмотрите, попал бы сейчас в JBL и взял бы раунд. Выстрелил, причем быстрее. Среагировал быстрее, но чуть не попал. Как-то много места с ТТ респа смотреть. Ну, да, немножко повыше, но... Наоборот, агрессивнее стало. Вот эта позиция. Да, убить легче, но и вас убить легче гораздо. Поэтому здесь надо быть уверенным в себе. Чтобы так делать, Нико. Интересно, тот ли это Нико? Да нет, это финский Нико какой-то.
Это не Нико из бывших Lions, они же Винфакт нынешние. Так, слепой, слепой, совсем слепой. И я, и все. Еще одна флешка. Там, по-моему, по центру, да, по центру прошли все террористы. Кипсик остался в паре с Сариксом. Кипсика забирают, остается последний Сарикс. Сарикс на зигзаге. И получает просто в упор со слона. В грудак. Ну, собственно, 4-3. Да, интересная борьба нас ожидает. А может быть и не ожидает. Я до сих пор еще не понял, насколько здесь сбалансированы стороны, на каких картах. Потому что смотришь, то обе команды там просто друг за другом по очереди берут по раунду. За обе стороны. А то смотришь, террористы доминируют. То смотришь, кантри доминируют. Ну, в общем, непонятно. Кипсик сейчас Кукина просто поймал на первом респе. Просто легко, непринужденно. Сейчас еще и второго заберут. Ну, второго забрали, но, по-моему, это не тот второй, которого забрали. А вот теперь, да, и того забрали. Да, 5-3. Все-таки финны как-то посолиднее пока смотрятся. Ну, посмотрим, что будет. Кипсик сейчас немножко зафейлился. Дропнул калаш. В итоге не получил ничего. Дропнул калаш в предыдущем раунде. Не успел подобрать АВП. Насчет прострелов здесь, здесь прострелы есть. Прострелы здесь гораздо сильнее, гораздо больше, чем в Сорсе, но прострелы все-таки, конечно, не такие, как говоришь. Совершенно не такие. Здесь простреливаются углы, здесь простреливаются все деревяшки, все тонкие какие-то детали декора. Но прострелы есть. Два в три. Два в три, зонт вышел. Попал, по-моему. Нет, 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 не попал. Зонт, кстати, классно стреляет с АВП. Очень агрессивно, очень так интересно. Но он умеет стрелять, потому что это Source, да. Вот, это школа с Counter-Strike Source. Команда BG, кстати, да, SKS Source. И сразу заметно, что человек имеет представление вот, о механике движка Counter-Strike. Сорс. Так, но не такие же, как в 1.6. Там стены в темке простреливаются, а деревянный столб на Италии... Так, я что-то не понимаю, о чем вы. Я говорю, что здесь есть прострелы, но они не такие, как в 1.6. Вы мне говорите про какой-то столб, который похож на половой орган. Я не понимаю, о чем вы. На этот раз вышли финны на Б, ставят бомбу, всех перестреляли, а там закупки-то нету, да, вот. Диглы какие-то были. Всего-то лишь. На рынке столб стоит, шатер держит. Ребят, я прекрасно понимаю, о чем вы говорите. Просто, при чем тут это? Так, сравнивать игры можно бесконечно. Только зачем? Это отдельная игра, это просто Counter-Strike Global Offensive. Он либо нравится, либо нет. Не надо его постоянно сравнивать с 1.6, с Source'ом. Ну, именно вот по хорошести, плохости. Он просто другой. Тоже хорошая игра, очень качественная, интересная, динамичная. Но не такая. Вот. Ай-яй-яй, зонт промахивается, зонт попадает. Ну, молодец. Исправил сам свою ошибку, второго не убил. Да. В итоге 3 в 2. Да, было 3 в 2, стало 2 в 1.
Так, JBL тут Ника забрал и забрал, Ри! Ой-ой-ой, как же так получилось-то? Да, вот так вот. Кавабунга, JBL. В одиночку потащил 1-3. Ребят, почему вы все думаете, что вот если вы конкретно не хотите переходить на игру CSGO с 1.6, из там, Source, из пасьянса косынки, то значит игра плохо, значит игру ждет провал. Вот я не хочу в нее играть, и поэтому игра говно. Вот это очень глупо. Понимаете, по этой игре уже проводится турнир с ежемесячной, который оплачивается ESL в 1000 евро в месяц. Ни одна из игр других, да, ни Counter-Strike 1.6, ни Counter-Strike Source этим похвастаться не могут. Вот и все. Эту игру красиво смотреть и в эту игру красиво комментировать, ну, будет, когда сделают нормальный контроль. И она будет красочной. Так, тем временем, на этот раз JBL двоих забрал. Взял 10-й раунд для своей команды. Так, красиво комментить. Да, ее, понимаете, ну... Сейчас я буду пытаться себя как-то оборонять, да, там. Но, скажем, любую из современных киберспортивных дисциплин, будь то StarCraft 2, будь то Dota 2, ее легко комментировать, ее легко сделать красивой на трансляции. У вас, вам не надо поставить, ставить кучу программ, вам не надо вообще скачивать какие-то специальные худы, чтобы были хелсбары, чтобы было то-то, чтобы было это, чтобы настраивать ее 3 часа. И так далее, и тому подобное. Там есть подготовка специальная, встроенная в игру, где комментатору удобно. В 1.6 ничего этого нет. Это просто каменный век. В CSGO все гораздо лучше. Вот я зашел, мне ничего сверху не делая. У меня есть сверху хелсбары, да, они не очень пока хорошие, но они есть. Сколько у меня FPS? Давайте посмотрим, сколько у меня FPS. Беру NetGraph 1. Ну вот в данный момент у меня 45 FPS. Когда я играю без стрима, у меня порядка 300 FPS. Все-таки стрим очень жестко FPS подрезает. Так, ну здесь финны бегают с 5-1, это немножко некрасиво, но... А что делать? Так, ну и проигрывают они раунд, добегались они со своими попаганами. Сейчас кипсик, если, конечно, не потащит, а может! Двоих пристрелил. Что-то на медле будет сражаться... Отфлешил. На А-плен зайдет быстрее. Да, забирает Кукин в спину. Кукин, если честно, как бот сыграл сейчас. Кипсик просто красавчик. Я не знаю, как это еще откомментировать. Просто спрыгнул. Тупо поставил головашот. Nice one, пишет Нико. Да, действительно. Это было nice one. 12-3. Вот так. Кипсик еще, кстати, без приписки Кавабунга.
Может быть, он и не Кавабунга вовсе. А у нас вторая пистолетка. Финны как-то опять себя ведут не очень по-спортивному. Так, 2 в 4. Или это что? Или что это было сейчас? Это была игра? Да, по ходу дела, это была игра, никаких рестартов. Это был второй пистолетный раунд. Напомню, что это полуфинал. После этого нас ждет... Почему не по-спортивному? Ну, потому что они просто выбежали впятером на центр и отдались. Не знаю даже зачем. Типа, мы этих лохов и так перестреляем. Ну, не перестреляли. Тут будет отдачи. Его забрали, остается последний. Все тот же JBL. Не смог он забрать никого. 12-5. Что-то голос вообще жестко сел. Может, они притворяются, чтобы они расслабились. Может быть, вполне. Так, ну тем временем. Закупились. Финны. Или нет? Нет, финны не закупились. Финны все еще с пистолетами. Так. Сен. Сен с калашом. Сен уже 2 минуса дает. 3 в 3. Так, еще забирает 3. Зонда. Находит JBL, и что, последний остался, Нико. Бомбу поставил и пытается уйти в яму. Ну, это будет интересно, конечно. Ник одного забрал, и все, и взорвали его, JBL. Просто тупо гранаткой взрывает бедного. Нико, 13-5. Вот, даже закупка не понадобилась финнам. Чтобы взять раунд первый. Буквально на эко. Потащили, парни. А можно ли строить пирамиды, как в 1.6? Какие пирамиды? Вы имеете в виду подсадки? Конечно, можно. Так, Ипзик. СВП замочил просто бедного Ри. Сарикс тоже минус СВП. Сент, ну там находит Трента. Медлег, страйк, непонятный зонд. Зонд дает 2 минуса. Что это сейчас там было вообще? Я не понимаю. Зонд 6 хп. Зонд еще с Арекса забирает. Зонд минус 3. Молодец, парень. К успеху идет. И атака на Б пойдет. Идет атака на Б. Здесь Кипсик. Поймает ли он тайминг? Вот в чем вопрос. Смотрим за Кипсиком. Кипсик минус 1. Промахивается второй раз. Зато второй раз. Третий раз. Попадает. 14-5. Финны выглядят очень сильно. Правда, очень сильно. Просто вот по аиму особенно. Я даже не знаю, как это еще назвать. Война в темке. Так, забрали сена. Ник взял ОП. Кольт выходит. Кипсик просто шикарен. Попадает во все, что можно. Но тут его с двух сторон забирают. И сейчас еще это. Парня. Нет, Сарикс с дробовика дает минус 2. По своему еще попал.
Ну что, по-моему, это 15-5 и 10 матч-поинтов. Да, финской команды Кавабунга. Бомбу поставили, да, и Кукина забрали. 15-5 нас ожидает. Тем временем наши девчонки, как я понял, выиграли у Moscow Five в каком-то там очередном кубке по женскому Counter-Strike. Так, драйвер зайдет, а счет 15-15. Вы о чем? Вы о чем? Так, счет 15-5. Женский Counter-Strike это какой? Ну, 1-6. Конечно. Так, Ри, минус-минус. И 1-5. О, 1-3. Финский игрок Со. Как-то он с ВП, да, вот не очень пока заметен. Ой, какой дабл! Какой дабл от Со! Смотрите, я первый раз в жизни в Counter-Strike Global Offensive увидел дабл. И это было очень красиво. Ой, да. Ну и что, потащит, нет? Кукин, 59. Со, 51. Флешка, плохо, флешка. Да, и Кукин все-таки забирает. Со очень сильно себя своей же гранатой покоцал. Да, классный, конечно, был момент. Интересно, а будут ли ВП собирать состав? Я так понимаю, что речь идет про CSGO. Возможно, возьмут GetFight. Ну, скажем так, если CSGO будет популярно, то по-любому будут. Если CSGO станет популярным, скорее всего, станет. Так что, скорее всего, будет. Так, что же 7 все-таки раздает за дигла? Просто что-то с чем-то. Black Round 1 в 3 JBL с USPOM. Но мне все-таки кажется, что ребята просто перейдут из 1.6 в CSGO. Мне кажется. Я об этом не заявлял. Но мне так кажется. Я думаю, что Лекс покажет еще. Пишет, он старенький уже в чате. Да, если что, то этот старенький был в топ-4 по крутости, да, игроком на DreamHack. И по многим показателям вообще был лучшим. Так что про старенького можете замолчать. Так, Трен забирает сено. Это опять какая-то закупка очень плохая закупка. Очень плохая закупка. Флешки. Флешки. Как я же ненавижу. Тренд, не психуй. Все хорошо. Вы возьмете этот 8-й раунд. Я верю в вас. Правда, Сайрекс перед этим даст -2, но вы все равно его возьмете. Так, да что ж такое-то? Все хорошо. Ну вот момент истины. Я думаю, что сейчас все решится, как говорится. Кавабунга, Сен, JBL, Сайрекс, все в темке. Поджали, называется. Поджали, двоих забрали.
Бомбу поставили на А. Так, смотрите, минус 2. Тут, кстати, классный пулемет у Трента. Скорострельность просто бешеная. Девятый раунд. Берут террористы. Если сейчас GG еще доиграют до овертаймов, то будет вообще лоло. Посмотрим. Может, оно так и будет. Классно, кстати, дерево шевелится от ветра. Оно, правда, не очень похоже на дерево. Больше похоже на кактус большой. Но очень даже неплохо. Ну вот посмотрите, что делает Трент. Просто бежит без остановки. Просто все вырезает. Тут зонт тут же пришел, ему помог. И вот так вот разрезали пополам. А, плент и Б, плент, террористы. Сарикс там, правда, одного забирает. Кукинг в темке. Со находит Трента. JBL тут воюет на длине с кем-то. Очень, кстати, удачный вот там вот балкончик, через который можно кидать флешки. В 1-6 этого балкончика, к сожалению, нет. 2 в 3. С хелпы оба контра идут. Неудачная флешка. Нико первым промахивается, зато потом минус 2. 15-10. Ну что, камбэк от GG или нет? Да, мне тут любимый игрок CS 1.6. Говорилось миллион раз. Я, по крайней мере, говорил миллион раз. Кто? Повторяться, думаю, не стоит. Сен, как всегда, с дигла выдает. Со тоже говорит. Я тоже умею. Чувак. Ну зачем? Вот зачем сейчас надо было отдаваться? Вот это не очень понятно. JBL, правда, уже со спины заходит. Будет его ждать. Ну, его никто не ждал, но он никого не убил. Да, его все-таки забирают. И один в три. Остается кипсик. Кипсик спалился. Не надо было палиться. Кипсик забирает зону, да, головошотом. Попал в Ника, но не в голову. Попал, но... Не туда, куда надо. Ну что, будет камбэк? Будут овертаймы или нет? Сейчас мы это увидим. Финны как-то подрасслабились, поняли они, что дела у них идут хорошо. Там, кстати, на зигзаг выход должен идти уже скоро. Я не понимаю, зачем финны идут вперед. Хотя вот Сайрекс. Как раз-таки на зигзаге дает минус. Кипсик, минус 2. Ну все, да, это ГГ. 1 в 5. 1-5 остается Нико. Ник с ВП на винте, в темке. Минус 1. И 7 ставит победную точку. 16-11. Заканчивается полуфинал. Финская команда Кавабунга выходит. Выходит в финальную часть.